перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Четвертый или пятый день уже, сука. Сейчас скажу. Пятый день. Должен был сегодня улететь. Решил не улетать, остаться здесь еще на несколько дней. Вот. The Boss HHF. The Boss HHF, давай встретимся. Я в Майами, тут недалеко, блядь. Я, короче, дома жду, когда мне кореш отпишет. Я снял себе квартиру сегодня немножко другую, рядом с Кремлем, чтобы, если что, мне какой-нибудь заказик, если прилетит, да, я резко до Кремля дойду, деньги заберу, чтобы там что-нибудь там хвалить в стране. Блин, прикиньте, сделать, короче, проплаченный этот ремикс на гимн России. Охуенно. Такая честь. Я готов. Все, спишемся в мессенджере для богатых. Величайший босс. В деньгограмме спишемся. Короче, интересно, провели время. Было 2 дня съемок, не моих, но я там скорее один из сценаристов и креативный продюсер. Мы так с Алиной решили, что это будет так называться. Потом один день свободный был. Мы чисто что-то чилили, гуляли там, типа, блядь, что-то делали. И вчера Витфест. Ну, вы знаете, он подразбил мне сердце плохим звуком. Было очень обидно. Но вроде здорово. Вот, у меня сейчас несколько свободных дней. Я жду Яну, она приедет завтра. Я хочу, короче, походить по театрам, по выставкам. Всякая такая хуйня, которая вдохновляет и расширяет кругозор. Потому что я заебался бухать, чуваки. Я устал. У меня голос сорванный от того, что я, во-первых, орал со сцены. Во-вторых, я бухал 4 дня. Я еще и, курил. Я вперемешку просто я... Ну, я уже... Мне 24 года, я не молодой. Я не могу пить каждый день. Мне плохо. Песня «Мы снова пьем, пьем, пьем», она не про мой нынешний возраст, не про мой нынешний период жизни. Это скорее, 21 год. Сейчас мне 24, чуваки, я понюхал крышку и умер. Просыпаюсь утром, начинаю дрестать, мне плохо, голова... Алкоголь — это пиздец. Так что надо в музей сходить. Не бежит саморазвитие, это отлично. Да, особенно на колорите с деградацией. Ну, деградировать прикольно. А нахуя вы пишете смайлики? Прекратите, иди на выборы, мне пишет. Слушай, бро, надо было на концерт прийти, в Олимпийский, на благотворительный, было круто. Наверное. Вот. Там, может быть, бы я подумал, стоит идти на выборы или нет. А так, видишь, меня не позвали на благотворительный концерт в честь в честь благотворительности. Вот. Я не придумал, как подъебку, короче, нормально сделать. Сделал плохо. Благотворительность, Амиран Сардаров. Здорово, сладко-шоколадный Анурфий. Сука, прикольно. Как старый говоришь. Ну, типа, я стрею, да.
видите, еще борода, становлюсь все больше похуй, как будто типа я сын Андрея Старого. Осталось еще голову покрасить в красный и с ума сойти. И стать геем. Вы знали, что Андрей Старый гомосексуалист? И это чистая правда. И он, кстати, ну, я говорю об этом, потому что он не скрывает этого. Он вроде себе парня нашел. Так что поздравляйте его. С тем... Приятный Эльдар, привет. Я вот такую я видел твою руку. Ты, наверное, это уже не смотришь. Короче, Андрей Старый нашел себе парня. Вы все можете каждый день его с этим поздравлять. Мы рады за него. Но мы попросили при нас не целоваться в десна со своим парнем. Потому что, ну, нормально к геям относимся, типа, но посмотреть, ну, короче, рядом с ними находиться, когда они сисюкаются, это немножко, ну, стрёмно. Вот. Да вообще при даже гетеросексуальных парочках, которые сосутся, тоже неприятно. Типа, оставьте личную жизнь личной жизни. И вот поэтому Старый там только у себя в мастерской ебется со своим парнем. Вот. Они там болты закручивают друг другу. У них ключ на 17. Всякого вот такое. Молотки. Ты долбоеб, мне пишет какой-то скетч. Ты долбоеб, я красавчик. Пошел нахуй. Лох. Посмотри. Умный. Привлекательный. Талантливый. Почти богатый. Остроумный. А ты, бля, пошел ты, лох. Красивый. Компактный. Какой я еще? Гений ебаный. Добрый, скромный очень, очень. А ты лох. Почти богатый, ну да, почти. Я получаю много денег и сразу иду снимать какой-нибудь новый клип или что-нибудь такое, и больше денег у меня нет. И вот это круговорот денег, короче, в контенте. Эльдар, куда поступать после 11? Поступай, как считаешь нужным. Плохой из тебя батл-рэпер был бы. Спасибо большое. Не знаю, зачем ты это написала, Диана. Ты на кого-нибудь учишься или учился? Я учился где-то чуть больше года на бухгалтера и в техникуме и ушел. Так, я читаю ваши комменты, ищу какой-нибудь, что-нибудь. Люблю ли я классическую музыку? Нет, я ее не слушаю, типа, в обыденной жизни. Но классическая музыка – это охуенно под определенное настроение. Прикольно, это один из видов музыки, под который, типа, иногда можно подумать. Вот, то есть, мы вчера обсуждали то, что, вот, например, я в последнее время не очень много музыки слушаю, потому что она сбивает мысли. Она мешает думать. Музыка – это такое, скорее, средство для того, чтобы ни о чем не думать. И вот я, когда сконцентрирован, чем-то занимаюсь, вокруг ни единого шума, ни звука не должно быть. А под классическую музыку можно что-то подумать, короче, попридумывать. Это прикольная тема. На каких языках можешь свободно говорить? Ну, на русском. На лезгинском я не могу говорить, разучился. Но я могу понимать. И на английском я не могу. Ну, не то чтобы свободно, но нормально. То есть я
за границей, не потеряюсь, пообщаться с человеком, там, типа... Ну вот мы в Венеции с Яной сели в кафеху и познакомились с парой из Америки. Там мужчина, женщина лет под 60. Простите, что жую. Но из Америки мы съели, пиздели, было здорово. Вот. Я хочу в этом году добить прям английский, чтобы вообще не сомневаться. Ну и, естественно, постоянно его практиковать и уже начать книжки читать на английском. И, может, в конце этого года... Или в следующем нужно начинать потихоньку изучать испанский. Мне было бы охуенно интересно учить этот, знать этот язык. Он очень красивый. С детства меня привлекает. Я хочу заняться испанским. Я бы вообще хотел дохуя языков выучить. Я думаю, что я сделаю это со временем. Это же очень круто и интересно. Да и типа, языки просто учить, когда ты учишь много языков, они же все похожи друг на друга. Очень много одинаковых слов. Че не фоткался вчера? А я не люблю фоткаться. Вы че? Вы же знаете прекрасно, я ебал в рот. Я терпеть не могу. Ну и плюс я был заявлен как секретный гость. Никто не должен был об этом знать. А фотографии, ну, рили, забудьте. Ну, блядь. Вообще даже не думайте об этом. Может быть, когда-то я перевоспитаюсь и стану более уравновешенным в этом плане. Но на данный момент, если вам от меня... Если вы разочаруетесь во мне как в человеке и как в контент-мейкере из-за того, что я с вами не сфоткаюсь, можете заранее нахуй идти. Как ты выучил английский? Ну, короче, просто, да блин, это просто, ну, во-первых, самый охуенный способ, я уже говорил, это познакомиться с носителем языка и просто с ним общаться постоянно, чтобы он поправлял, где косячки, не косячки, потом песни слушайте, переводите с английского, свои любимые, потом, и, блядь, фильмы, для начала с субтитрами. Можно реально... Типа, мне кажется, вы практически с минимальными затратами не тратить огромные деньги там на английские школы, выучить так, чтобы хотя бы можно было свободно путешествовать. Какие отношения с Лариным? Нормальные отношения с Лариным. Мы же дали уже это несколько раз понять. Поеду ли я в тур после выхода альбома? Не, в этом году в тур не поеду. Я думаю, у меня будут какие-то сольные и не сольные выступления. Вот в Питере В2 будет, например. Кстати, возможно, его перенесут, это мероприятие, с 15 числа. Посмотрим. Я думаю, что сейчас мы кое-что точно поймем. И я вам скажу, когда выйдет альбом, точную дату. В сентябре очень много альбомов, будет что послушать. Но я так скажу, что до альбома моего выйдет один трек, в котором есть я, мой куплет, не на моем альбоме. Вот. Так, чисто еще как бонус, типа. Ильдар, не переживаешь из-за упада хайпа вокруг тебя? Последний клип набрал сравнительно мало просмотров. Слушай, я, если честно, очень рад, и я долгое время ничего не делал в интернете, только для того, чтобы минимизировать свою аудиторию до своей аудитории. Типа, я еще, ну, я в начале года задал себе планку, типа, ну, точнее, сказал себе очень важную штуку, что мне... Отныне важно не количество аудитории, а ее качество. И на данный момент я, ну, почти рад, да. Ко мне намного меньше подходят на улице. Мне не нравится популярность.
Типа, но я люблю заниматься тем, чем я занимаюсь. Парадоксальная хуйня. Но я поэтому сейчас осваиваю закадровые профессии, чтобы рано или поздно, ну, типа, перестать светить ебалом и просто делать пиздатые проекты, при этом, типа, не будучи лицом, да. Я ничего на Ютубе не делал для того, чтобы меня относительно перестали смотреть в таких огромных количествах. Особенно, ну, вот эти люди, которые, типа, смотрят тебя, потому что ты на хайпе. Такая аудитория мне нахуй не нужна. Мне круто с той аудиторией, которая смотрит тебя, потому что ты им нравишься, типа. Потому что они с тобой в чем-то согласны. Ну, типа, единомышленники, короче. Вот. То, что было в том году, это было полной хуйней. Вообще. Это вот, типа, то, что у меня стало меньше просмотров, это никак не ударило по моему карману. Я с каждым годом, с каждым месяцем зарабатываю все больше. Вот, если вот даже об этом говорить. Так что мне ок, ок. Респект всем, кто со мной. Я не на хайпе, и я, блядь, не хочу быть на хайпе никогда. Я хочу делать просто, ну, типа, что-нибудь прикольное. Я пережил это все, мне кажется, я, типа, перерос. Можете пошутить про рост сейчас. Почему все решили выпускать свои альбомы осенью? Ну, это, типа, видимо, сезон. Я хотел весной выпускать, но я не успел дописать и миллион раз все правил, поэтому осенью выпускаю. А так, вообще, до пизды альбомов выходит. Очень, очень много выходит альбомов даже в сентябре. За тобой когда-нибудь следили фанаты? Да, это пиздец. Я однажды ёбну кому-нибудь за это. Похуй, девочка, мальчик, просто подойду, блядь, чем-нибудь по башке ударю. Это полный пиздец. Это очень некрасиво. У меня бывало такое, я потом ну, то есть, типа, я, блядь, иду и прячусь по углам, типа, и, очень неприкольно. Кто придумал идею к клипу? Пьем. Блядь, чекайте описание, там все написано. Мы всегда в описании пишем всех людей, кто за что отвечал. Для тех, кто только пришел, да, напоминаем, что старый гомосексуалист и нашел себе парня наконец-то. Как мы позвали Ларина в клип, я написал Ларину: привет, короче, мы сцену вот такую придумали, будешь сниматься? Он говорит: да, все, конец истории. Когда выйдет «Сын маминой подруги»? Этого трека не будет никогда. Забудьте, пожалуйста, я много раз говорил. Все, мы попробовали, нам не понравилось то, что понравилось. Шляпа ебаная. Все, забудьте. Но я взял 2 или 4 строчки из этой песни, которые мне нравились, чуть-чуть их переделал и добавил в другой трек, который как раз выйдет у чувака на альбоме. Где я сейчас в Москве. Вот, как я уже говорил. Хочу потрахаться с тобой, мне пишет. Спасибо большое. Я думаю, года через 4 тебе можно будет. Побрейся. У тебя забыл спросить. Спасибо большое. Так, смайлики. Да заебали писать эти смайлики. Ну прекратите. Это же просто флут ебаный. Тебя когда-нибудь фоткали, когда ты ел? Да, много раз.
Много раз такое было. Притча, кайф. Спасибо, Саша. У тебя все кайф, ты классный. Ба-да-бам-бам. Почему Илюха не снимался в «Пьем»? Ну, потому что у него в этот день был концерт. Мы на самом деле не все сцены сняли, которые планировали, потому что мы на съемочной площадке поняли, что и так дохуя сняли. У нас было еще в планах там посадить зомби Ильича на бутылку, на настоящую, типа. Либо засунуть ему в жопу шланг, типа с водой, открыть воду, и чтобы он надулся и улетел. У нас были такие идеи разные прописаны. Мы в спязок сидели, придумывали все это прям максимально ебануто. Но почему-то мы в итоге отказались от идеи с надуванием тела. Хотя получилось бы, конечно, эффектно. Но по какой-то причине отказались. Когда следующий клип? Скоро. В этом году выйдет несколько клипов. Вы охуеете. Вот сейчас меня смотрит почти, ну там, 2700 человек, чуть больше, чуть меньше. Вы охуеете. Будет очень здорово. Мы такие штуки придумали. Просто пиздец. Вы будете удивлены. Что за футболка была на мне в клипе? По-моему, это H&M. У нас было не так много денег на шмотки для клипа. Это же надо было несколько этих купить, экземпляров, потому что они пачкались в крови. И наш стилист купил всем шмотки в H&M. Вот. Когда новый клип, да, блять, смотрите старый. В смысле, старый, новый, который вышел. Видео с котом классное. Спасибо, я сам тащусь. Я прям обожаю сторис со своим котом. Ребят, все, давайте, короче, я пошел. Всем респект. Хорошего дня. Да, я не придумал шутку про выборы. Пока.